На аллее героев Черкесска прошло памятное мероприятие, приуроченное к 30-летию добровольческого движения в Отечественной войне народа Абхазии. Также участники тех событий были отмечены ведомственной медалью Союза абхазских добровольцев Карачаева-Черкесии за свободу Абхазии. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Они сплоченно оказали поддержку народу Республики Абхазии. И сегодня мы вспоминаем тех, кто в эти сложные годы отправился добровольцам принимать участие в Отечественной войне абхазского народа. Представители общественной организации Союза абхазских добровольцев Карачаева-Черкесии отметили, что каждый из этих ребят по зову сердца отправился оказать помощь братскому народу. С тех времен 92-го года и по сей день мы всегда были именно тем стабилизующим фактором и общественной жизни, и повседневной жизни, и деятельности, организации, движений, простых людей, именно воины, добровольцы Абхазии, которые на своих плечах принесли все эти тяготы того очень сложного времени. В свою очередь представители общественных организаций выразили слова благодарности всем участникам в Отечественной войне Абхазии. Этих добровольцев объединяло одно это горячее желание – оказать свою помощь абхазскому народу, не желавшему никакой войны. Они все вместе. И вот в этих списках, которые сегодня объединены в этой доске, дают нам воспоминания о тех временах тяжелых, когда все кавказские народы встали на защиту абхазской земли. Не бывает хорошего окончания всех дел, когда идут войска. И сегодня я бы очень хотел пожелать мира, благополучия Абхазской республики. В менталитете народов Карачаева-Черкесии, в генах его заложены чувства справедливости, обостренное чувство справедливости. Желание оказать помощь нуждающимся. Все эти качества вы, уважаемые участники исторических событий, сполна проявили во время боевых действий. Вы заслужили все, что в обществе может являться примером для нашего поколения. Для остановления завоевания свободы государства нашего братского Абхазской республики. Для того, чтобы примером расстояния все это было, вы должны сегодня, правильно было сказано ранее докладчиком, беречь себя. После все участники добровольческого движения были отмечены медалями Союза абхазских добровольцев Карачаева-Черкесии за свободу Абхазии. А в завершении мероприятия прошло возложение венков к памятнику погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева-Черкесия.